Ребята, всем огромный привет. Знаете, вы не поверите, так неожиданно мне сегодня пришла посылка. Посылка мне пришла с города, по-моему, или с Стокгольма, или Швейцарии, или Швеции. Зрительница выслала. Я просто не помню, как зрительницу зовут, что она мне всего-навсего два раза звонила по поводу посылки. Вот. Ну что, давайте будем смотреть. Значит, смотрите, посылка такая... Достаточно огромная, мощная. Сколько она весит, я не знаю. Но сейчас мы все с вами узнаем. Знаете, я уже так прям в предвкушении, потому что скоро Новый год, знаете. Как-то, ну, приятно то, что, конечно, когда я делаю кому-то подарки, но еще более приятнее, конечно, когда подарки делают мне. Я надеюсь, что это, то есть, посылка от того, кого я думаю, потому что вообще-то здесь было указано, что выслал парень какой-то, но... То есть, получается, если эти посылки идут так же, как я, вот, как родители с Италии передавали, и как я передавал, вот, то это все идет через новую почту, то есть, Западной Украины, поэтому я, как бы, загадывать наперед не буду, но я хочу посмотреть, что тут внутри. Ого, пакет. Огромный пакет. Ого. Давайте я буду так, потому что... Ох. Ух ты, тут еще какой-то этот... Бумажка новогодняя. Вау. Видно, что человек с любовью. Смотрите, какие классные эти. Ой, я так люблю вот эту бумагу. Смотрите, какая она классная, да? Смотрите, Дедушка Мороз вот тут. Класс. Там можно будет в эту бумагу я заверну подарочки. Потому что я же на Новый год тоже хочу подарочки сделать. Вот так вот, видите, аккуратно. Вот тут вот так вот бумажка сделана. Вот, а ну. Это я сложу вот так вот, чтобы надо. Мне вот это пригодится. Я смогу в эту бумагу завернуть, что я в этот раз хочу мелкие такие подарки сделать, недорогие. И тут вот такой, смотрите, конверт. Дюкот. Ой, вот тут ну, по-нашему написано, я даже не знаю, гуд. И ножницы вот так вот этим. И елка с этой стороны такая, смотрите. Ух ты, боже, как классно, гляньте, получается вот такой вот конверт, да, и елка, и тут еще класс, блин, я такое в первый раз вижу, смотрите, какой мистер Санта Клаус, Christmas, вот это, не знаю, Форон вроде, Норд Пол, такой, как, знаете, это как кошелек, или как сумка, но сделано в виде вот такого, как конверта. И получается, открываешь вот так, а ну, о, а внутри, боже, гляньте, сколько тут всего внутри. Я уже в предвкушении, боже, я честно, я, у меня сейчас, ну, не наивно, но у меня просто очень много эмоций, потому что посылка, знаете, большая, огромная, как бы, мне приятно, конечно же, посылки получать. Я никогда не, ну, я всегда говорю людям, люди, не высылайте мне посылки, не тратьте денег, знаете. И тут так вот неожиданно мне звонит женщина, зрительница моя, по-моему, из Швейцарии или из Швеции. Ну, я уже более точнее скажу, когда вот тут в письме прочту, откуда. Вот, и говорит, я хочу вам выслать посылку. Знаете, оно так как-то с одной стороны и неудобно, а с другой стороны думается, ну, если человек хочет, ну, чего бы и нет, знаете. Как мне кажется, приятно будет и мне, и человеку. Так, вот тут. Класс, боже, так вот мне действительно, я вот искренне радуюсь вот этому конверту. Мне так нравится, оно так классно смотрится. Ну, смотрите, как классно. И тут письмецо. И тут что-то. Коля, будь... Ого, тут какие-то, смотрите, очень много разных вот таких стикеров. Это, наверное, подарочки. Будут еще не только мне, я надеюсь, что кому-то другому тоже будут подарочки. Смотрите, Коля, будь здоров, счастлив и успешен. Вот такая вот открытка. Спасибо огромное. Кстати, обязательно открыточку повешу на холодильник.
Вот. И смотрите, вот такие вот бирки разные. Тут, видите, Дед Мороз, игрушка и елка. Вот такие вот разные печенюшки. А ну посмотрим, что тут же написано. На каждой бирке что-то... А, тут нет. Тут они, получается, как пустые. А там где-то было написано что-то на бирке. Пустая. 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 И на этой что-то написано. О, от Ирины. Вот, видите, написано Ирина. Ирина, спасибо вам огромное. Вот теперь я буду знать ваше имя, потому что, ну, у меня такая, знаете, куриная память. Я вот все время забываю имена. Тут написано, Коля, это праздничное шведское пожелание с Рождеством и Новым годом. Николаю от Ирины. Вот, смотрите. Видите? Вот такой маленький этот. Сейчас я вам... Вот, оно видно. Ирина. И поздравление с Рождеством. Шведское. Вот, значит, посылка из Швеции. Боже, знаете, как маленький ребенок. Так, ого, тут такое письмецо огромное. Значит, тут очень много. Давайте я вот это письмо прочту. Вот. Я вам просто, ну, в конце прочту, а дальше я уже как бы сам сяду и прочту письмо. Коля, я желаю вашему каналу процветания, хороших сюжетов для видео, здоровья вам и вашим родителям, достижения всех поставленных целей, пусть вас окружают только позитивные люди, близкие вам по духу, понимающие вас и двигающиеся с вами в одном направлении. С уважением, Ирина, Стокгольм. Извиняюсь за почерк, я плохо вижу. 16.12.2018. Боже, Ирина, спасибо вам огромное, я обязательно вот это письмецо прочту и отпишусь вам или в Вайбер, я найду ваш номер телефона, вы мне звонили, я помню. Вот. И обязательно вас еще поблагодарю лично. Спасибо. Ну, не буду письмо уже читать. Я думаю, это личное, вот. Поэтому, ну, как бы не буду выносить это на обширную аудиторию, вот. Чтобы не сделать вам неприятно. Фух, я уже, знаете, прям и хочется посмотреть. И как увижу, что тут очень много всего. Давайте начнем. Боже, Ирина, я... Знаете, я, Ирина, я ж вас... Я... Сейчас... Ребята, я сейчас все не наиграно, я действительно говорю так, как я говорил. Ирина, пожалуйста, не высылайте много, не тратьте денег. Маленькую, чисто символическую посылку. А Ирина, я вижу, тут выслала посылку на 20 кг. Коленька, традиционная шведская игрушка. Боже, видите, человек все своими руками запечатывал, и тут... Колокольчик. И вот видите, как у них классно вот получается... Такая вот наклейка. Вот. И тут на наклейке можно писать. И не надо скотчем заклеивать. Кстати, очень удобно. А ну-ка. Мне придется порвать. Извиняюсь. Но Виталия говорит, ой. О, боже, какая красивая. Гляньте, класс. Это олень. Смотрите. Динго-мел, динго-мел, динго-на-на-на. На-н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 а. Класс! Такое, смотрите. Ой, а тут что-то еще есть внутри, гляньте. Колокольчик такой, игрушка. И тут еще в мешочке что-то есть. Наверное, конфета, ну. Да, гляньте, внутри конфета. Класс! Но я конфету не буду кушать, вот такая вот шоколадная конфета. Олень. Это обязательно тоже положу под елку. Возле того, знаете, мне выслали ту свинюшку такую, сделанную своими руками. Я его тоже туда брошу. Класс. Я люблю, оленей люблю. Очень много, ребята. Коля, надеюсь... Что-то в хозяйстве сгодится. Тоже видите, смотрите, какие эти снегури. Это снегури, кстати, кто не знает.
то это такие птицы красные, перелетные, которые вот зимой прилетают. Их очень сложно найти на деревьях, и не во всех местах они есть. Так, здесь пригодится в хозяйстве. Хорошо. Боже. Ирина, я по-доброму, но я вас прибью, честное слово. Ирина, ну зачем вы сколько тратили денег? Я сейчас, где? Правильно, да, Ирина, Швеция. Боже, Ирина, ну, честно, лишние растраты, не надо было сколько тратиться. Смотрите, такая вот, это как сито такое. Через него можно что-то вот процеживать, смотрите, какую-то там сливку вовнутрь, да, положить и слить воду. Классная штука. Потом вот такие, кстати, у меня такого нету, спасибо огромное. Это такие, знаете, как маленькие вешачки вот такие, можно вот так вот приклеивать на кухне к плитке, и можно там полотенечко. Кстати, мне подарили ребята с Эстонии такие вот перчатку такую и квадратную такую по типу подставочки. Вот обязательно их тоже сюда повешу. Спасибо. Мне, ребята, все пригодится в хозяйстве. Я все обязательно... О, а вот это... А что это такое? Икея. Ага, это к ножик, видите? То есть, получается, можно картошку ему так вот чистить. Он тоненько чистит, тут наклеечка есть, только я не пойму, почему тут такая ручка. Я думал, тут кнопка какая-то, видите, оно так вот крутится. Спасибо. И вот такой вот блокнот. Смотрите. Это, и тут еще карандаш есть. Смотрите, как классно. То есть можно на холодильник пришпандерить вот это. И тут можно и рецепты записывать, или, к примеру, список. Вот, можно здесь писать то, что вам надо купить, да? Вы просто посмотрели, пошли и купили. И оно на двух вот таких вот магнитах, видите? И тоже, Ирина, спасибо, видите, тоже написала Коля. Еще, смотрите, как классно, тоже такая свинка, видите, нарисована. Боже, Ирина, низкий вам поклон. Мне кажется, вам все время низкий поклон. Спасибо вам огромное. Я думаю, что мне в хозяйстве это обязательно пригодится. Фух, Ирина, я уже даже боюсь открывать, честно, потому что вы сколько тут всего понакупали, боже мина. Свинто лодранде травул, ого, я по-швейцарски не умею читать, извиняйте, мой швейцарский плох. Что это такое? Это какое-то моющее средство. Свинто. Ирина, мне нужна будет ваша помощь, потому что я не знаю, что это. Горглансанте рентендрагетбет, что-то. Это, наверное, знаете что? Скорее всего, это какое-то моющее, которое отмывает вот плитку, умывальник. Вот видите, наверное, от налета. Видите, нарисованные вот кастрюли, что они чистые. Скорее всего. Но все-таки, Ирина, если будете смотреть видео... Надеюсь, что вы его посмотрите. Вот, то обязательно напишите мне, что это такое, потому что я немножко не понимаю, что это. Но я думаю, что это моющее средство, скорее всего. Так, спасибо. Кстати, это очень классная штука. Я с помощью вот этого порошка буду чистить себе варочную панель и мойку, что очень важно, чтобы она блестела. Коля... Гляньте, опять good food и наклеечка Коля. Это конфеты, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Да. Гляньте, сколько. Это Ого, это... Что я вам так покажу, чтобы вы ближе видели. Это вот видите, как у них делают интересно конфеты, запечатывают вот в упаковку. И внутри вот такие вот шоколадные, видите, конфеты. Это Skittles. Такие разноцветные. И вот такие вот тоже Skittles. Спасибо, Ирина, огромное. Я как раз на грани поправления. Я как раз хочу худеть. Я как раз мне сладкое надо будет. Так.
Поля. Гуди. Гуди. Гудиса. Традиционные. Традиционные швейцарские. А, шведские, извиняюсь, конфеты. Смотрите, как. Ого. Класс. Гляньте, как они. Сейчас я вам покажу. Получается. Запечатанные вот таких вот, смотрите, пакета. Два пакета вот тут. Смотрите. И... А внутри, гляньте, сколько конфет. Это такие, сейчас я вам покажу. Это, наверное, на развес, гляньте. Такие вот разные, видите? Желейные, вот я вот это попробую. Ой, у меня конфета упала. Класс, такие, знаете, как мармеладки. Еще вот такие горошки тут. Это маленькие мендельсики. Мне нравится, что вот так вот, знаете, вот таких бумажных. А тут тоже одинаковые. Мне нравится, а тут вот такие вот маленькие конфетки. Тишоко. И ого. Дина, а что это такое? Нот крем. Седан. Ого. Ну что с ним делать? Суга вегетабл оли. Вот, ребята, видите, я не умею читать на этом языке. Но я сейчас попробую. А ну? Может, это какое-то какао? Ну, конечно, не всегда вот так все пробую, но в этот раз я не сдержусь, потому что... это знаете что? Это вот есть банки такие, знаете, по типу Нутелла, вот, ореховая. Вот это оно, только в таких маленьких, видите, как стикерах запечатано по 18 грамм. Тоже видно, что человек старался, в резиночку. Спасибо огромное. Так, я это пока сюда буду сунуть, откладывать, потому что очень много всего. Фух, Ирина. О! Гляньте, Самвелу есть. Самвел. Good fat. А что это? Капризил. Костамер. Ой, я не знаю, это икра, что ли. Вот, это я ему отдам. Вот видите, Самвел написано. Это надо будет отдельно. Вот, я положу отдельно сюда в пакетик, чтобы не забыть. Обязательно отдам. Боже, Ирина, сколько всего. Еще Ирина мне говорит, звонит по телефону, говорит, я там, ну, я по мелочи, говорит, положила. Я даже не успела, говорит, все положить, что я хотела. Конечно, Ирина, тут, наверное, куча денег вы потратили на вот это все. Я теперь ночами спать не буду. Коля, это печенюшки. Я их открывать не буду. Пусть они будут пока запечатаны. Это печенья такие тоненькие, с корицей. Тоже, видите, все на шведском языке. Я как баран, я по-шведски не понимаю. Спасибо. И, а вот это еще что-то. Вот. Ха-ха, смотрите, и Юле тоже досталось. Смотрите, написано. Год свиньи. К нам мчится, скоро все случится. Год свиньи к нам мчится, скоро все случится. Красотки Юле. И тоже, вот видите, Юля
Это традиционное шведское печенье большой любви. Тоже видите, как, боже, как, знаете, как это приятно, да, когда человек вот такие стикеры клеит, когда он пишет вот это все. Это все видно действительно что-то с любовью. И вот такие вот, видите, в виде сердечек. Спасибо. Спасибо, обязательно Юле тоже передам. Я сегодня сюда на кучку буду складывать. Это что такое? А, это пакет. Прицет Арскилнаден. Ого. Тяжелый язык светский. Это их оригинальный. Ой, порвался. И ничего, я потом его заштопаю. О, смотрите. Татьяна Васильевна, тут тоже вот написано Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, вот. Тут я не знаю, что тут внутри, тут полотенечко вижу, тарелочка, ну я тоже на сторону отдам обязательно. Ага, пакет вот такой еще один. Хандла тоже. Это, Ирина, спасибо огромное. Так поняла, Ирина пакетики сразу мне выслала, для того, чтобы я потом в эти пакетики поставил подарки Lidl. О, знакомый магазин Lidl. Тоже вот пакет. Ну-ка, тут всего еще пакетик. Samwell. Вот, видите? Samwell, это тоже обязательно. Открывать не буду, пойду к Samwell, сниму и покажу. Андрей и Светлана. Ой, смотрите, ребят, это, ну, так понял, папе и маме. Спасибо, Ирина, вам огромное. Я обязательно, когда поеду в Рим, маме с папой передам. Тут конфетки сладкие. Good fun. Тоже на сторону. Так, я уже, наверное, знаете, как буду снимать? Вот так, потому что я бегаю все время на камеру, взад-вперед. Давайте будем с вами вот так смотреть. Вот, мне кажется, так будет. Будем с вами вот так смотреть, оно будет как-то лучше, потому что я бегаю взад-вперед. Вот, смотрите. Samwell. Вот еще подарок Samwell. Не знаю, что это. Это тяжелое. Тоже на сторону. Так, это Коля. Это, наверное, сладкое. Сейчас посмотрим. Тоже видите, так пакетик аккуратно завернуто. Ага. Это очень вкусные печенька, такие тоненькие с ментолом. Это марабу, это шоколад. Тоже смотрите, как видите, тут пронумеровано. Ого! Томблероне огромное швейцарское. Это очень вкусная шоколадка, таким вот треугольником. И чаек Липтон, Apple and Mint. Это мята и яблоко. Спасибо огромное. Я сюда. Я сладкая сюда, как мышка. У меня уже куча сладкого. Так. Что тут еще? Юля. О, гляньте, Юля еще. Юля. Такая сумочка розовая. А что в сумочке, не знаю. Надо будет Юлю пригласить. Я обязательно сниму. Вот, чтобы Юля посмотрела. Спасибо. На сторону я все потом посмотрю, что кому, и обязательно отдам. Это, ой, это кому? Не написано. Так. Не написано, значит, Коленьке. Так, смотрите, какие конфетки классные, коллекшн. Регалы. Вот такие вот Merry Christmas, видите? И с орехом, и вот такие вот тофифе, тоже вот
с орешками. Спасибо, Ирина. Класс, Ирина, спасибо вам огромное. Это, ну, тут сладкого как раз хорошо. Я как раз до февраля еще наберу много и много. Это что? Коля, попробуй шведскую еду. Сейчас я попробую. А, тут еще я смотрю, Самвел опять тоже есть. Смотрите, Самвел тоже отдельный ему пакет. Видите, со шведской едой. Ну, такой вот тоже передам обязательно. И мне. Вот такой вот пакет. Давайте будем смотреть. Мне уже самому интересно, что здесь. Вот так сюда аж пахнет. Пук. Или пуч. Это сырок. Это тоже сыр фета, я так понял, в пакетиках. Кстати, очень вкусный к салату. Это бекон. Оригинал бекон. Сейчас, кстати, холодно, оно нормально. Все сохраняется, спасибо. Попробую обязательно. Смотрите, какая интересная, да, упаковка. Это... Ого, а что это такое? Котубулар... А что это такое? Мамаскан. А что надо делать с этим? Жарить на сковородке. А, непонятно, что это. Наверное, мясо. Ребята, кто из вас знает, отпишите. Вот такие, видите, по типу маленьких таких каких-то котлеток. О, боже, сколько всего. Это сыр. Милдост. Тоже очень вкусный сырок. Спасибо. И что-то еще тут есть в баночке. А, это похожая баночка, видите, такая, как Самвелу. Сенапсил. А, это, наверное, горчица. А ну. О, горчицу я с удовольствием попробую. Сейчас я возьму ложечку. Горчица, мне кажется, очень вкусная. Смотрите, сенапсил. А ну. О. Нет, это горчица. Не понял. А что тут внутри? Кусочек мяса, что ли? А ну. Это... Не, ребята. Это не горчица. Это рыба. Сельдь маринованная. В соусе специальном, видите? А я думал, что это горчица. Очень вкусная, кстати. Называется сенапсил. Спасибо, сейчас я ее быстренько в холодильник, чтобы она не пропала. Боже, сколько всего. О! Так, это что? Это тоже гудис специфическое. Ага, это, наверное, конфетки вот эти, которые те были. Ого, сколько, гляньте. Котики разные. А что специфическое? Я хочу. Какую мне попробовать? А, вот эту я знаю. Это ликверация. Вот. Она, да, она такая специфическая. И вот это. Вот видите, такие шарики круглые. Спасибо. Боже. Вкусное, но когда я все это съем? Коля! Это мне. Ой, класс, гляньте, какие. Это подносы. Новогодние рождественские подносики. Раз, два, три. Смотрите, они три одинаковые. То есть даже на Новый год можно сюда тарелочку или салат какой-то сделать. Да даже нарезку сюда можно. Ой, немножко, по-моему, треснуло. Да, где-то тут чуть-чуть треснуло, но оно не видно, я потом... А, не, стойте, смотрите. Тут написано Юля, Коля и Татьяна Васильевна. Ага, видите? Тут три всем. А то я бы сейчас тебе забрал.
Так, Коля, Татьяна Васильевна, это на сторону. Вот. А это мне вот такой вот поднос. Спасибо. Так, что тут еще? Боже, Ирина. О, это что, сало или смалець? Самвел. Вот это самвелу. Тоже сюда на сторону. Это Коля. Спасибо. Мне интересно, что это такое. Может, это мороженое? Феликс Рисгрот. Что это такое? Попробую. Обязательно, ребята, в трансляции с вами попробуем. И я вам скажу, что это такое. Видите, разряжаешь, вот так вот вываливается, как крем какой-то. Спасибо. Я потом попробую и скажу вам. А вы мне обязательно, Ирина, напишите, что это такое, чтобы я хотя бы понимал. Тут еще что-то есть. Не написано кому. Салфетки. Боже, спасибо огромное. Я как раз хотел покупать себе салфетки на Новый год. Смотрите, салфетки есть. Тоже такие красивые. Новогодними игрушками. Вот такие вот гномики. Это на Белоснежку похоже. Спасибо. И еще какие-то печенька. Тут не написано, да? Это, я так понял, такие, как Юли, видите? Так и уже немножко другие. Ну, коробочка похожая. Спасибо огромное. И пакетик. Не, никому не написано здесь, чтобы я не ошибся, не забрал себе. Так. Никому не написано. Значит, Коленький. Если никому не написано, значит, Коленький. Татьяна Васильевна. Вот тут какие-то, видите, крема. Такие или шампуни. И все. И пустая коробка. Ирина, спасибо вам большое. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, потому что я уверен, что завтра вы посмотрите это видео. Желаю вам счастья, здоровья, удачи в жизни. Пусть все у вас сбывается, пусть у вас все будет только хорошо. Пусть Новый год принесет вам очень много радости, успехов вам больших. Спасибо вам огромное за эту посылку, мне очень приятно. Мне так нравится этот олень, я его обязательно положу возле Пипо. Это будет как, ну, как его братик. Вот. Ирина, всех вам благ, спасибо, низкий вам поклон, спасибо, это очень много. Я обязательно передам все вот Татьяне Васильевне, Самвелу, Юле подарки. Я думаю, они все будут рады. Вот я сейчас попозже пойду и все им это отдам. Я еще раз вам вот так низкий вам поклон, спасибо, это очень много, Ирина. Я честно, я даже не ожидал, что вы вот так много вышлите, честно. Я завтра буду потихоньку все это разгребать, разбирать, раскладывать. Еще раз вас с наступающим, с Рождеством, с Новым годом. Хороших вам праздников. Спасибо, спасибо. Еще раз вам огромное спасибо. Удачи вам. Увидимся обязательно с вами, ребят, в следующих влогах. Ирина, вам воздушный поцелуй в Швецию. Вот, я надеюсь, что у вас есть семья. Передаю огромный привет вашему мужу, детям. Пусть все у вас будет хорошо. Низкий вам поклон. Спасибо вам огромное. Пока.